Совершенно верно. Не люблю, когда меня снимают. Ну, расскажите, что здесь сегодня случилось? Сегодня, наконец, открылась моя студия. Это был проект, который я росла очень долго. Творческое пространство для вас, дорогие фотографы, с которыми я знакома, с которыми я работаю, и которых я люблю. Это маленький дом творчества, которым вы можете прийти в любое время. Я если такой, не просто час, конечно. Я в основном час, мы поговорим с пирожками, мы поговорим про очень много. Мы будем говорить очень много о творческих проектах, которые мы можем создавать вместе. Основное направление этого помещения, это, конечно, свадьба и творчество. Я открыта к новым